и последняя, всем известная, надеюсь, всеми любимая, ворона и лисица. К вороне где-то Бог послал кусочек сыра. На ель ворона взгромоздясь, позавтракать была совсем уж собралась. Да призадумалась. А сыр во рту держала, на ту беду лиса близёхонько бежала. Вдруг сырный дух лису остановил. Лисица видит сыр, лисицу сыр пленил. Утовка к дереву на цыпочках подходит, вертит хвостом, с вороны глаз не сводит и говорит так сладко, чуть дыша: «Голубушка, как хороша! Ну что за шейка, что за глазки? Рассказывать так право сказки! Какие перышки, какой носок! И верно ангельский быть должен голосок. Спой, светик, не стыдись, что ежели сестрица при красоте такой, и петь ты мастерица, ведь ты б у нас была царь-птица». Еще не нас похвал, скружилась голова, от радости взову дыханье сперла, и на приветливо лисицыны слова ворона каркнула во все воронье горло. Сыр выпал, с ним была плутовка такова. Уж сколько раз твердили миру, что лесть гнусна, вредна, но только все не впрок, и в сердце истец всегда отыщет уголок.